Нажимай запись. Да хочешь, нажимай камеру. Да, прикрой его. Нормально, что сидим в туалете, короче. Нормально, сидим. Снимаем в туалете вопросы. Итак, в очередной раз в программе «Звездонука». Звездонука. И очередной гость, Саша Неоникл. Привет, Саша. Привет. Ну и мой стандартный вопрос. Скажи пару слов обо мне. Я тебя не знаю. Спасибо. Так, представь, что ты внезапно оглох, и чем бы ты стал заниматься? Рисовать. Рисованием, да, занялся? Да, рисованием. Профессионально. Да, профессионально рисовал. Купил себе дорогой. Планшет. Ну, то есть ты рисовал как бы не кистью, как бы, а именно компьютер, да? Да, наверное. А представь, что все люди, относящиеся к музыке, вдруг стали вне закона. Первые твои действия вообще на Земле. Сделать так, чтобы они тоже стали рисовать. Все будут рисовать. Все будут рисовать. Понятно. Так. Скажи, Неоникл, а почему именно Саша? Как так получилось? Так получилось. Ну, скажи, почему, Саша? Ну, тебе-то нужно брать интервью у моих родителей. Татьяна Ивановна постаралась. Сергей Васильевич. Сложил руку к этому. Какая у тебя была, которую ты сам помнишь, как бы первая игрушка в детстве, любимая? Не помню первую игрушку. Вообще не помню. А сейчас какая любимая? Сейчас нет игрушек. Я уже взрослый. А вот эти вот игрушки электронные? Это не игрушки. Ну ты играешь с ними? Не, не играю. А что ты с ними делаешь? Я их использую. Для каких целей? Для личных нужд. А жена? Ну, жена. Жена, женой. Игрушки. С женой этой игрушки используете? Короче, ладно, перейдем к следующему вопросу. Ну, не используй. Можешь вспомнить какой-то забавный случай, вот, когда ты выступал, там какие-то люди подходят, что-то спрашивают, там, не знаю, может, поставь там колбасу или поменяй музыку? Не было таких. Вообще никогда? Не приставали, ничего не спрашивали? Нет, спрашивали. Ну, обычно, когда спрашивают, я выключал звук и отводил человека. Играй сам. Хорошо. Представь, что у тебя есть третья рука, и вот что бы ты ей делал? Что бы ты делал третьей рукой? Сейчас я интервью. Можно я один раз тебе задам вопрос на вопрос? Нет. Ну давай, я бы ничего не делал. Не хочешь отвечать, да? Нет, я не знаю, чего я делал третью руку. Просто оставляешь без ответа. Хорошо, перейдем к следующему вопросу. Представь, что у тебя есть возможность выбрать любую суперсилу. Что бы ты хотел уметь? Я бы хотел уметь... Ничего не делать. Вообще ничего не делать? Да, чтобы мне ничего не делать. Суперсила такая? Да, суперсила. Хорошо. Персонажем какого мультика и каким персонажем ты хотел бы стать? Винни-Пухом. Да. Русским, а не иностранным? Русским, конечно. Как ты думаешь, кто сильнее, Годзилла или Кинг-Конг? Кинг-Конг. Сильнее все-таки.
Поясни. Да, поясни, почему. Комп надрёт себе задницу. И Хок больше похож на робота. Да, хорошо. Как думаешь, если бы Бэтмена придумали в СССР, как бы его назвали? Его бы не придумали в СССР. Ну вот если бы. Не бывает там. Ладно, перейдем к следующему вопросу. Можешь назвать трёх героев сериала «Санта-Барбара»? Нет. Вообще не смотрел. Я помню саундтрек. А дальше? Ну, там дальше, помнишь, арки такие... Короче, не можешь назвать. Родители на диване сидят, не смотрят. И ты не помнишь, какие там герои. Представь, что тебя поставили перед фактом выбрать один стиль музыки, который ты бы слушал всю оставшуюся жизнь. Что бы ты выбрал? Какой стиль? Я бы выбрал блюз, наверное. Интересный выбор. Так. Если бы у тебя была возможность прочитать мысли любого человека, первому человеку, которому в голову залез, прочитать мысли. Вот этому. Не попал. Не попал? Профессионал тоже. Я бы сам залез ему в голову. Как думаешь, что у Дарта Вейдера под маской? Лицо. Просто лицо. Обожженное лицо. Как ты относишься к ежегодному физико-математическому форуму в Колпино? Там есть такой? Да, ежегодный. Да, никак не отношусь. Я не физик и не математик. Ну, я живу не в Колпино. Я много слышал про твой коронный фокус. Демонстрируй его, пожалуйста. Равно действительно. Еще разок. А еще есть рак мозга. Это еще круче. Вот такой. Как ты относишься к тому, к такому факту, что в последнее время многие музыканты стали сильно злоупотреблять крекерами и казинаками? Я считаю, что нужно есть только копченые бананы и вяленую рыбу. А крекеры и казинаки, это значит, не ешь. Хорошо. Ну, казинаки в зубах застревают, а крекеры просто не с***. Хорошо. Представь, что ты оказался на Марсе, и твой первый вопрос марсианам, это фраза какая-то. Я не смогу ничего спросить на Марсе, потому что я не сниму скафандр, а там очень атмосфера. Нет, ты можешь передать, они услышат, если ты как скажешь. Ну, я бы сказал им, идите нахуй. Представь, что к тебе подошли супермодные продюсеры, в том случае бабла, предложи такой вариант. Они тебя на следующие 5 лет обеспечивают плотным гастрольным графиком, платят от 1000 евро в час, но... Музыку они сами выбирают, то есть ты вообще не можешь по музыке. Что ты им ответишь? А как я могу не выбирать музыку, если я играю свою музыку? Ну вот они будут диктовать тебе музыку, ты будешь как бы модным диджеем. А я не диджей. Ну вот, они тебе так такое предложат, что ты им скажешь? Ну они мне ничего не могут предложить, потому что я не могу играть их музыку. То есть ты им откажешься? Ну конечно. Хорошо. Даже не откажу, может, даже в глубине души, вот где-то вот здесь, я хотел бы им помочь, но, к сожалению, не могу. Хорошо. Ну и настал момент для моей экспериментальной рубрики. Герой прошлой передачи задает вопрос герою следующей передачи. К сожалению, извиняюсь, я забыл спросить у прошлого героя вопрос, поэтому вопрос будет от предыдущего героя. Это Стас Диссидент, он задал такой вопрос. Если ты пойдешь в ад, за что ты туда пойдешь? За грехи свои тяжкие, наверное. Ну, в общем-то, все вопросы, в принципе. Просто последняя просьба, скорчи смешную ручку в камеру.
Подожди, да, действительно, спасибо, что напомнил. Я опять забыл. И прошу тебя, в свою очередь, задать вопрос герою следующей передачи. Задаю вопрос герою следующей передачи. Кто надерет всем задницы? Он надерет всем задницы. Хорошо. Ну все. Спасибо оператору. Давай. Скажем, кто такой у нас оператор, или ты не хочешь сидеть? Подожди, сними вот это, пожалуйста. Оператор. Привет, я Леня Крючков. Специально для этой передачи. Я звезда Нуки. Вот это специально для звезда Нуки.